Всем привет, в данном ролике я подведу итоги конкурса на 40 тысяч подписчиков. В нем я разыграю 5 тысяч рублей и не только. Кто досмотрел до этого момента, первое место это Наталья, но это как бы не аккаунт, ничьи. Окей, ну вот как бы такие призы, оставлю все ссылочки в описании. Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком стримере, как Dragon Gay. Простите, Dragon Gay. Это человек, которому абсолютно наплевать на своих зрителей, который за 50 рублей может вам продать модератора, и вы можете спокойно унижать людей всего за 50 рублей. Но начнем по порядку. Недавно у Dragon Gay был конкурс, который вы видели в начале ролика. Там было около 30 призов. Кстати, что самое интересное, что в его конкурсе поучаствовало меньше, чем посмотрело итоги, но не суть. Итоги прошли очень странно. Dragon Gay не показал, как он отправил призы победителям, но зато указал ссылки на каналы победителей в текстовом документе и закончил запись. Очень похоже на выборы в России. Голосуй, не голосуй, все равно итог будет один. Еще я нашел пруфы того, что он обманывает своих зрителей на рекламу. Чтобы загладить свою репутацию, он покупает фейковые отзывы на свою страничку ВК, но просвечиваются иногда реальные отзывы. А теперь думайте, кто для вас Dragon Gay? Обычный стример или же 13-летний скамер-накрутчик, который думает, что все сделанное им остается безнаказанным? Но интернет помнит все, и надеюсь, я вам открыл глаза и показал истинное лицо данного человека. Всем спасибо! И всем удачи!